В открытом окне стоит несовершеннолетний ребенок. Кричит и плачет. Незамедлительно проследовали по данному вызову. А угроза жизни и здоровью ребенку была максимальная. Мной было принято решение. Использовав решетки на окне первого этажа, а также газовую трубу между первым и вторым этажом, забраться наверх для того, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья ребенка. На отца был составлен протокол по статье, по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, а именно то, что он оставил ребенка в опасности, находясь в состоянии алкогольного опьянения.